Хочу представить вам набор для подростковой кожи. Средства данного набора закрывают практически полностью потребности кожи подростка в увлажнении, в каком-то, может быть, противовоспалительном эффекте, если есть некоторые проблемы, уже появились в момент наступления пубертата. Что у нас здесь находится? Здесь находится прекрасный совершенно очищающий мусс. Он интересен молодым людям и девушкам тем, что он имеет очень приятную текстуру мусса. Здесь пенообразователь, когда мы выдавливаем этот мусс на ладошку, получается такая очень тактильно приятная и вкусно пахнущая пенка. Содержит он депантенол, сок алоэ вера, мягкие поверхностно-активные вещества. Здесь нет сульфатов, здесь есть кока-глюкозит и теококаэл-глутамат. Поэтому для самой даже чувствительной кожи он подойдет. Дальше в наборе у нас тоник для жирной проблемной кожи, но он подходит не только для жирной проблемной кожи. Это прекрасный балансирующий тоник на основе себорегулирующих компонентов гамомелиса, например, зеленого чая как антиоксиданта. И этот тоник может использоваться, когда кожа даже не обладает повышенной себопродукцией. То есть мы наносим его на ватный диск и протираем лицо после умывания. Дальше, если у подростка нет проблем с высыпаниями, мы можем использовать увлажняющий гель плюс с достаточно лаконичным составом. Увлажняющий препарат содержит сок алоэ вера, фукагель, как пребиотик работающий, как увлажняющий компонент. И содержит он гиалуроновую кислоту высокомолекулярную. Этот гель наносится в очень небольшом количестве, он безумно экономичный. Буквально одного нажатия хватит на все лицо и даже на шею. И наносится он, как правило, утром, потому что вечером подростку, в принципе, хватит просто умыться и протереть кожу тоником. Если же есть воспаление на коже, то можно использовать уже специализированное средство, которое наносится на участки с воспалением. Это сыворотка Stop Acne, в которой в составе находится азелаиновая кислота, себорегулирующие компоненты на основе цинка, магния, меди, депантенол. То есть полностью комплексный препарат такой флюидной текстуры, oil-free. И опять-таки, если есть высыпания или какие-то проблемы, можно использовать для увлажнения ухода за проблемной кожей гель Дематен, который содержит уже лечебно-профилактическую дозу серы, которая мешает патогенным бактериям размножаться, гиалуроновую кислоту, сок алоэ вера хорошо увлажняет, его можно использовать и утром, и вечером при необходимости.